Наша работа – это в первую очередь надежность электроснабжения. Все средства должны вкладываться туда. Соответственно, чем меньше средств, тем на более долгую перспективу оттягивается решение каких-то, ну, где-то относительно первоочередных, где-то вопросов перспективной надежности, где-то вопросов развития. Поэтому чем больше разногласий, чем меньше средств на нормальное функционирование, тем отдаленнее становится перспектива повышения надежности электроснабжения только.